выходят на футболистов люди, агенты, скажем так, сказали, что тренер очень заинтересован, Виктор Булатов. Руководство было сильно заинтересовано, и я долго не думал. И спасибо моему бывшему клубу, что пошли навстречу и отпустили меня. И я с большим удовольствием приехал сюда. Адаптация прошла хорошо, благодаря своим землякам, Данс, Патару и Чопа. Хорошо помогли. Сейчас уже основался и в городе, и в клубе. Все хорошо, все легко. В принципе, приняли хорошо. Сказать, что до конца недоволен прям своей игрой. Есть всегда куда расти. К чемпионату адаптировался. Чемпионат хороший, много техничных игроков, много хороших команд. Здесь последнее место может дать бой спокойно первому месту. Как для нас проходных игр нет. Свои качества. Так, могу отдать хорошую передачу, могу ударить, могу подать стандарт, могу отобрать. Посмотрим дальше. Надеюсь, что-то из этого поможет команде добиваться более положительных результатов. Ну, конкуренция однозначно, я говорил, вот последнее место можешь спокойно отобрать у первого места очки, как бы нет проходных игр здесь. Допустим, там, в той же Молдавии, да, там последнее место, ты знаешь, ты выходишь на игру, знаешь, что обыграешь. Здесь такого нет. Шансы, ну да, мы все верим, в зону Еврокубков попасть возможно, мы ради этого и работаем, хотим попасть в зону. Как всем известно, когда тренер меняется, да, для всех это какая-то стряска. И все пытаются доказать тренеру, что достойно играть. И, ну, сказалось положительно, если брать по результатам. Победа и ничья, и то я считаю, что мы последнюю игру должны были обыгрывать вам. И Пикушак, новый тренер, как бы дал новый стиль игры, больше интенсивности, и, как мы видим, это приносит плоды. У многих может складываться впечатление, что раз тренер пришел в Молдаван, что он там сразу нас под свое крыло взял, но такого нет абсолютно, мы доказываем на тренировках, что достойно играть, и тренер уже из этого принимает решение. А до этого я приехал, понятно, что легко, когда в чужой стране, твои земляки, это помогает быстрее адаптироваться, но и местные ребята, ребята с других стран, все сразу приняли, и спасибо им, легко было адаптироваться здесь именно. С первого дня, как я приехал, тренер был еще Булатов, поставил нас сразу в паре в центр, и как бы Сергей парень техничный, мы с ним сыграли сразу, дополняем друг друга, страхуем и стараемся приносить результат команде. Да, бить издалека, как бы это у меня с детства, нравится это, и забивал, но пока здесь, скажем так, не удалось расчехлить пушку, но я думаю, все впереди. Из полузащитников я всегда как бы смотрел на своих, на свою позицию, кто играет в центре поля. Это не могу выделить одного, но это Иньеста, Хави, Джерард, Лэмпард. И всегда старался что-то взять у них. У кого-то там умный пас, у кого-то удар, у кого-то физические данные, отборы там и так далее. Скажем, есть полузащита, наверное, Месси. Это вечное сопротивление Месси против Роналду, но я на стороне Месси. Я в соцсетях больше общения у меня проходит с семьей, с родителями. А так у меня сюда приехала и дочка, и жена, я стараюсь больше времени проводить с дочкой. А то, что там добавление постов в Инстаграм, это благодаря пресс-службе клуба. Есть много фотографий с игр, что-то с игр добавляю, а с быта, с жизни так по меньшей степени. Даже вот сейчас были две игры с Казахстаном за стыки попадания в группу С. Честно сказать, ждал этого вызова, но, видимо, тренер сборной посчитал, нужно вызвать других людей. Но рано или поздно я там все равно окажусь, и я к этому иду. Ну, опять же, пока я здесь, цель попасть в Еврокубки, добиться хороших результатов там, а дальше уже как бы с клубом, с руководством клуба будем общаться, посмотрим, что будет. Пока так далеко не смотрю. Вот есть 9 игр, максимально к этим играм готовимся, а там будет видно. Со многими ребятами вот общались, кто здесь уже побольше времени в чемпионате Армении, и говорят, что Урарту действительно хорошая команда, хорошо держит мяч. Ну и вообще известно, у них хорошая академия, хороший клуб. И с такими командами приятнее играть, допустим, которые играют в открытый футбол, чем с такими, как Ван. Это не то, что там Ван плохо играет, просто у каждого клуба свой стиль, но на данный момент с такими командами, как Урарту, приятнее играть. И с такими командами видно уровень, на каком уровне ты находишься. Да, желаю приходить и поддерживать нас. И мы чувствуем их поддержку, но хотелось бы, чтобы больше людей приходило. И я думаю, с их помощью мы будем там, где наше место, в зоне Еврокубков.